Что делать, если не выдерживают нервы? Ну, это означает, что вы как бы все время на пределе каком-то живете, во внутреннем стрессе, поэтому легко срываетесь. Нужно обратить на это внимание. В вашей жизни должно быть больше отдыха, больше умиротворения. Вы сейчас немножко на износ живете. На износ. Поэтому вы все время как такая, как, знаете, как струна такая натянутая. Ее чуть тронешь, она звенит. Вот нужно напряжение это ослабить. Потому что если струна не натянута, она звенеть не будет. Если у вас нервы все время взрываются, это означает, что они натянут. Постарайтесь понять, что вам нужно изменить в своей жизни, чтобы у вас было больше умиротворения, спокойствия, радости какой-то. Вот эти заведенные нервы означают, что вы не удовлетворены, у вас нет радости, не хватает радости внутренней. Какой-то страх, какая-то печаль, какая-то агрессия, какая-то суета, какой-то стресс. Надо от этого освобождаться. Подумайте, как это делать. Может быть, есть какая-то очень сильная боль, с которой вы живете, ее нужно прожить. Осмыслить ее, понять, о чем она. Трансформировать ее — это ваша задача. Ну и также вот это нервное состояние, оно сильное тогда, когда у нас есть некая претензия к другому человеку, некое ожидание, каким он должен быть, а он все время этому не соответствует. Может быть, стоит это убрать? Вот это некое навязчивое ожидание, как должен вести себя другой человек. Это та черта, которая вам мешает, она делает вас таким очень нервным. Научитесь доверять другому. Научитесь видеть его достоинства, а не недостатки. Научитесь давать ему право совершать ошибки. И научитесь ему быть самим собой, а не таким, каким вы хотите, чтобы он был. Вся эта ситуация, когда вы все время на взводе, она показывает вам какие-то ваши задачи, то, с чем вам нужно работать. Поэтому старайтесь воздействовать не на среду, а на самого себя. Начните сами расти в этой ситуации.